Такая вот заросшая посадка. Я вам как-то ее уже показывала у себя в видео. Сегодня у нас 1 марта, воскресенье, первый день весны. Погода просто стоит чудесная, теплая. В посадке безветренно, тепло. И, конечно же, вот наши первые находки. Это фламулина бархатистоножковая. Также она, как видите, да, после холодов продолжает лезть. Вот одна кучка, вот еще один грибочек мы видим в травке зеленой. Вот здесь вот также присутствует такой вот гриб, как саркосцифа алая. Достаточно свежий сочный гриб. Смотрите, видите, какой сочный, да, пластины прям чистейшие. Немножко прям, немножко какая-то такая пустотелая, мы попробуем его подрезать. Как будто червивый гриб. Ну, попробуем его подсрезать. Нет, гриб чистый на самом деле. Попробуем сейчас второй вот этот вот забрать. Вот, здесь уже ножка прям такая темная. Настоящая. Сегодня такая большая трава у нас в посадке, как видите, да? Сегодня я принесла нашим обитателям диким лен. В прошлый раз были семечки. Ну, семечки мы тоже взяли с собой, поэтому сегодня птичкам оставим зернышки, пусть они тоже их клюют. Будем кормить. А здесь размеры просто впечатляют. Саркосцифа уже настолько гигантских размеров, что уже вот такие грибы не стыдно даже брать. Вот эти вот идеальные просто для сбора такого вот размера. Такие уже не стыдно и пожарить, и замариновать, и в салатик, и хоть куда. Вот такой вот красивый гриб. Растет он, как видите, да, вот на перегнивших веточках. Преимущественно только на ветках. В земле его просто с корешком так вы не встретите. То в любом случае будет веточка лиственных деревьев. Идем дальше. И вот такая вот следующая у нас находка. Это такая же саркосцифа. Вот она действительно похожа на чашу эльфов. Другое ее название — это эльфова чаша. Как видите, да, вот такая она прям как пиалочка. Чем дальше я сегодня захожу в эту посадку, тем больше живности мне встречается. Всяких букашек, таракашек, божьих коровок. Вот такие вот прекрасные семейки саркосцифы. Посмотрите, просто как такие лесные тюльпаны красные из травки зеленой этой выглядывают. Ну это просто, не знаю, шедевральное зрелище такое. Настолько это красиво и эстетично. Душа радуется. Смотрите, вот получается. Дальше прохожу вот такая вот. Тоже достаточно большая саркосцифа. Вот одна и вторая. Прям уже такие крупные. Вот здесь вот такая милота. Смотрите, маленькая саркосцифка, которую я не буду брать. Она еще мала совсем. И спящая божья коровушка. Ну просто прелесть.
Но и еще на этом не кончается полянка, это грибная. Вот здесь прям буквально пол шага. И вот такой вот древесный корешочек какой-то палочки из земли. И на нем два соседа вот так вот благополучно устроились и прижились. Тоже саркосцивка алая, чашечка эльфов. Такие экземпляры мы уже можем взять. На салатик будет самое то. Раскрылась, лопнула, как звездочка. А это, ребят, дрожалочка, кто помнит, да, вот наша оранжевая. Сейчас очень сухо, и она стала вот такой вот сморщенной, вся скукожилась. Как только пойдет дождь, она наберется влаги и станет разбухшей, такой красивой, сочной, какой мы ее знаем. Такую я поляну обнаружила, сейчас вам покажу целую дорожку. Вот смотрите, это первый грибок, который берет начало здесь. И дальше вот дорожка начинается. Это второй грибочек. Будем так откидывать сейчас. Это третий. Дальше. Четвертый. Пятый малыш совсем маленький, не возьмем его. Так, вот на палочке прям под ноги кидается. Примятый такой седьмой грибок. Немножко развалился. Здесь смотрите, какая дорожка. В общем, не будем дальше считать, потому что тут и маленькие, и большие. Вот такие вот можно даже не брать их, не заморачиваться. Но все равно, да, смотрите, вот дорожка. И дальше она вот идет, идет, идет. И вот еще. Просто, видите, саркосцифа в лесу реально ковром. Ее никто не собирает. Этот гриб мало кто изучает, мало кто любит, потому что, естественно, не знают о нем. Но гриб вполне себе съедобный. Вкус, конечно, любителя, но, вы знаете, поохотиться с голодухи грибной в этом межсезонье самое то. Даже просто вот походить, поискать их, пособирать, это азарт, который никто не отменял у наших грибников. Вот они какие красивые. Чем не грибочки, чем не чашечки. И вот с такой вот яркой травки тоже саркосцивки припрятались, но мы их нашли. Ох, и чистить их, конечно, долго, но это того стоит. Попробовать их маринованными в салате по-корейски того стоит. А вот здесь мы видим трамету, нашими словами. Это траметес разноцветный, как вы видите, он выцвел. Его прям много-много, он уже так, трава в него вросла. Смотрите, какой павший ствол, сколько на нем грибочков. Этот гриб для сбора уже не годится, хоть и под низом он еще все-таки светлый, как мы можем наблюдать. Но этот гриб прошлогодний, его нужно собирать свежим. То есть уже на следующий год, когда новые экземпляры появятся, они будут более яркими, такими вот разноцветными, как павлиний хвостик. Тогда этот гриб можно будет заготовить, посушить, измельчить и принимать лекарства. Я пришла к своему стволу с иудиными ушками. Да, аурикулярия, вы знаете, этот гриб, древесный гриб, черный гриб он еще зовется. Аурикулярия уховидная, вот она растет как раз вот на палке старой бузины. Но, конечно, сейчас этот гриб уже не кондиция. Мягкие экземпляры мы еще можем забрать с собой. Вот эти вот, это прям на ухо похож, прям сильно. Прям ухо. Вот эти уже грибы подсохли, очень жаль. Но которые более-менее мягкие, мы можем, конечно, еще сорвать.
Так, они в основном уже все сухие-сухие. Сушеные прям. Уже и сушить не надо. Мягкие экземпляры возьмем, сухие оставим. Тоже нам пригодятся в наш салат. Смотрите, какой грибок необычный я нашла. Если на него нажать, с него посыпятся споры. Еще такая вот прелестная дорожка из саркоссыв, которые тоже отправятся вместе с нами в наш салат. Птички поют, солнце светит, вообще погода сегодня позволяет поохотиться на такие вот грибочки. Особенно радует, когда попадаются вот такие вот сросшиеся семейки, крупненькие экземпляры, красивые. Просто такой восторг. Так хорошо на природе. Птички поют, солнце светит. Легкий ветерок, свежий такой, наполняет этот воздух позитивными только эмоциями. Так хорошо. Весна и грибочки. Как вы видите, сегодня я выбрала вот такую вот посадку для поиска, и неспроста. Биотоп здесь такой. Это бузина, заросли, как видите, да, такие. Это не лес, это абсолютно другие деревья. В этой посадке встречаются дубы, акация. В основном здесь преимущество берет бузина, которая таки способствует росту, да, наших таких грибов, как аурикулярия, дрожалки всевозможные, также саркосцифы. Все они идут с этими деревьями в таком вот симбиозе своем. Обратите внимание, что в такой же посадке мы будем через некоторое время уже собирать сморчковую шапочку. Конические сморчки и полусвободные сморчки здесь могут встречаться. Обычные сморчки, обыкновенные. То есть вот в этих местах, не в лесу, а... Первые самые сморчки и шапочки пойдут здесь, в такой вот посадке. Примерное время начала сморчковых обычно выпадает на середину марта, либо позже чуть-чуть, в зависимости от погоды. Где-то 20 числа, конец марта, уже смело можно идти вот в такие вот посадки и проверять уже их на наличие сморчков. И сморчки постепенно начнутся. Первые пойдут шапочки, далее сморчок пойдет полусвободный, конический, обыкновенный и так далее уже. Можно начинать будет уже числа с 20 марта все это обсматривать, проверять и наслаждаться уже полноценной тихой охотой. Ну а мы с вами, наверное, отправляемся сейчас домой готовить наш сегодняшний улов. Да, конечно, сегодня немного, но и прогулка была у нас непродолжительная, то есть где-то вот за полчасика, минут за 40, все, что нашли, мы сейчас идем домой это готовить.